Hola. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien. Vamos a пообщаться. Hola. Капец, они меня просто окружили такие. Посмотрите на эту красоту перед тем, как посмотреть на меня. Всем привет, это Сережа Васильев, и мы в Медельине. Я вам сразу скажу то, что в Медельине я был второй раз, потому что у меня украли телефон. Вместе с ним украли все записи про Медельин. И было бы странно не осветить такой город. Все-таки это родина Пабло Эскобара. Этот город любят все абсолютно колумбийцы и практически все туристы, которые сюда приезжают. Хочу вам быстро и наглядно в этом ролике показать какие-то основные моменты города, показать, как выглядит центр, как здесь живут люди. Такой небольшой срез общества проведем. И, собственно, вы уже сами сделаете вывод, нравится вам здесь или не нравится. Чтобы вы понимали, это прям совсем центр. Буквально 100-200 метров, и мы прям в самом-самом центре. Вот такой вот здесь контингент у нас обитает. Вот так вот это все выглядит. Просто ребятушки идут такие с дробовиком. Это нормально. Вот, смотрите, ребята, тут, в принципе, на каждом парке, на каждом пятачке вот такая вот история. Вот раз девушка стоит, вот еще одна ходит. Здесь вот какие-то местные охранники сидят, по всей видимости. Такой красивый фонтан. Смотрите, какой вид классный. Да, видно. Вот, тут спасатели Красного Креста. Вот тут еще, смотрите, представители. Очень жесткий голос, очень. Тут капец атмосфера. Атмосфера. Я в самом центре Медельина. Здесь вот рядом со мной лежат такие вот ребята. Отдыхают, видимо, днем, ночки. И вот между нами говоря, я себя чувствую сейчас как в Каире. Если кто не смотрел видео про Каир, то можете посмотреть. И посмотреть, вот у них в самом центре такой же получается мост, по которому едет метро. И под ним находится рынок, на котором продается все, что, ну, нормальный человек, мне кажется, покупать не будет в этом месте. Очень-очень много всего. Люди в целом тут, кстати, навеселе. Такие достаточно улыбчивые, немного, да, побитые, помятые, но как бы такая вот особенность местных городов. У них в центре почему-то самое такое криминогенное население. Вот такие вот телевизоры, зацените, тоже здесь продаются. Чуть, наверное, отойдем в бок. Ой, тут девочки маникюр делают. Вот, кстати, тут очень интересная тема, то, что реально прямо на улице зачастую просто сидят и делают друг другу маникюры. Я не знаю, сколько это стоит, потому что мне это не актуально. Вот так вот не получится даже перейти дорогу, потому что всем пофиг. Это чупа-чуп. Они, кстати, постоянно продают чупа-чупсы, потому что, не знаю, видимо, просто так просить деньги им неудобно, и они пытаются продать какую-то фигню. Итальяно. Но. Но сами с португез. Масо. Pero eso no portugués. Soy de Rusia. Chile, sí. ¿Qué está haciendo por acá? ¿Usted de acá? ¿Colombiana? Sí, yo soy colombiana. Sí. Parle de colombiana, sí. ¿Y cómo te llamas? Laura. ¿Laura? Sí. ¿Y cuál segundo nombre? Mi segundo nombre es María. ¿Laura María? Sí. Oh, buen nombre. Mucho gusto. Me llamo Sergio. ¿Qué estás haciendo por acá? Ah, solo caminando. Sí, tratando de ver qué es interesante acá. Sí. Las mujeres. Mujeres, sí, interesantes. Bueno, vamos a hacer el amor. ¿Dónde? Vamos a
Vamos a hacer el amor. What is it? Oh, ¿qué es esto? ¿Mm? ¿Qué es esto? Vamos a dejar el sexo. Ah, ¿quieres sexo? No te gustaría. Ah, no ahora. Poco más tarde, sí. Pero hoy, ahora, es muy, muy temprano. Está muy temprano. Sí. ¿Cuál es precio? Le voy a cobrar 60. ¿60? Sí. ¿Por una hora? Sí. Vamos. Es comprar. Interesante, pero poco más tarde. No. No. No nos pues vamos a ver entonces para comer algo. Y hay gatuzales, se mete su bañito y sale en esto. O te acompaña que lo mire. Ah, pero yo quiero solo caminar solo conmigo. No, tienes como grande eso. Las ¿Cómo se dice? Pestañas. Pestañas. Sí. ¿Y eso? Vea los cosos todos, el partido botero. ¿Qué es eso? El coso turístico, vamos. ¿Y qué es ella? Sí, ¿cuál es el nombre de esta iglesia? Rafael Uribe. Rafael Uribe. Palacio de la Cultura, Rafael Uribe. No es una iglesia, es un palacio de cultura. Ok. ¿Y cuántos años tiene esa iglesia? Eso fue fundado por ahí hace más de 40 años. ¿40? ¿Solo 40 años? Más. Yo pensé eso como un 100 o 200, 300. Sí, mucho. Короче, ничего Mira на нем. Да. Окей, vamos. Usted quiere. ¿Y cuántos años tienes? Yo. Sí. 20. 20? ¿Y tú? ¿Cómo tú piensas? Por ahí 23. 23? No. Yo tengo poco más. ¿Cuánto? 27. Sí. Смотрите, здесь очень-очень много всяких статуй, памятников толстым людям. Pero это solo uno como arquitector o es diferente arquitectores que hicieron eso. Podrían lograr. Eso, gordas фигуras. Нифига, она, походу, не вкурила. Я мухер. Рекли надо. 1984 год. Здесь вот продают все, что только можно. Си, гато. Гордо гато. Porque sin ropa. Las culturas así. Que? Что-то она прям совсем потерялась. Ладно, мне кажется, то, что нужно бы... Воу. Вот такой вот джентльмен здесь есть, и напротив стоит женщина. Мне кажется, нужно ей дать чуть-чуть денег, чтобы она отстала от меня, и уже походить дальше что-то поснимать. Yo quiero dar usted poco dinero, y yo necesito ir. Sí. Regáleme más, regáleme otro 10,000. ¿Qué? 10,000. ¿Cómo? Держи пятерик. Регалеме едни. А, регалеме едни. Gracias. Кома? Otro 5,000. Otro? No. Solo 5. Tengo 5. Pero muchas gracias. И tiene buen día. Такие вот разные тут есть виды попыток заработать у местного населения. Подходят, общаются, потом просят деньги. Причем это не зависит от того, девушка это... молодая, старая, там, может, это мужчина тоже молодой, старый, как бы это без проблем. Да, население тут веселое. Иногда они подходят, общаются безвозмездно, но зачастую, если кто-то к вам подошел и что-то спрашивает, что-то вам рассказывает, то стопудово он потом будет либо вам пытаться что-то продать, вот как она свои леденцы, либо просто попросить денег на еду. Ребят, я только сейчас понял абсурдность всей этой ситуации. Вы представьте себе, подошла девушка, поговорила пару минут, поклянчила у меня деньги, я ей дал чуть больше доллара,
5000 это почти $1.5, там иногда, когда курс скачет. И она с наглым лицом еще стоит и такая, дай мне еще столько же. Типа, блин, что? Но что больше всего меня удивило, это когда я пересматривал вот эти вот видео, и я понял то, что она даже спасибо не сказала. Она на меня шла и смотрела еще потом обиженным лицом. Чувак, что, трубку забивает? Хоп-хоп, подкурился, такой спрятался. К слову говоря, еще про эту даму Лауру Марию. Сразу оговорюсь то, что, конечно же, заниматься с ней сексом не представляет совсем никакого интереса. Тем более за деньги, непонятно, чем она болеет. Но я думаю, вы поняли, к чему я клоню. Что-то столпились люди, может, что-то происходит. Посмотрим, что. А, вон тут трасса, круто. А что, не устроишься? Так, я пошел. Нормально. Порки? 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 Что ты? Да, говорят, нельзя снимать. Порки? Это публика? Ребас. Кетра. Большое спасибо хочу сказать за донат Никите М. Никита, хоть и небольшой донат, но главное то, что от души, поэтому респектую. Те, кто хотят присоединиться к Никите, ссылки в описании. А также для тех, кто смотрит на телевизоре сейчас на экране. Так вы сможете помочь контенту, и видео будут выходить чаще и регулярнее. Вообще нифига не видно, надо было пошире угол выставить, потому что на видео вообще ничего не видно. Видно одну девушку, да, которая что-то говорит, и видно одному чувака, который что-то считает, да. Но фишка в том, что вокруг стояли еще несколько человек. Один меня толкал, получается, в бок, а другие просто вот так вот пересматривались и кричали. Обстановка была такая немного уже накаленная. Поэтому я решил ориентироваться, потому что, ну, чтобы не привлекать себе особо внимания, потому что мне тут еще пару дней жить, я думаю, то, что я свое еще подоснимаю. Ну и все, идем смотрим дальше. Тут, кстати, сеньора, это todos por 6 миль? Quiero arroz. Para llevar. No hay lugar aquí. Sí, yo voy a esperar. Sí. Так, 6000 сейчас заплатим и будем уже ходить, не голодать. Ага, 6. Может, даже сейчас где-нибудь розеточку какую-нибудь найду и смогу подзарядиться. Вот, прикольно. Тут все какие-то такие улыбчивые, веселые. Может, из-за того, что я наконец-то взял себе камеру, до этого я ходил с телефона, а сейчас мне дали на пару дней погонять GoPro. Чтобы я мог протестировать, потому что очень-очень мне хочется перекупить экшн-камеру, и нужно знать, какие вот достоинства есть именно у GoPro перед Sony, которая у меня была до этого. Чувак подошел, короче, спрашивает, для YouTube снимать. ¿Qué preguntas? Добрый день. ¿Cómo? Me llamo Sergei. Sergei Vasilev. Я soy de Rusia. Я tomo видео по-русски. По-русски идиома. О, оля. Они все подвали. А, донда су мама? А? Ака? Короче, появилось свободное место. Киталь, я? Я. Кома ямас? Я дирьер. Кома? Дирьер. Heidi. Yo tengo amigo de Egipto y el nombre Javi. Esto lo mismo como escribición, pero sí, yo voy. Pero otra pronunciación. ¿De Rusia? Es que te oí hablar yo. ¡Ay, qué genial! ¿Cuánto mides, perdón? ¿Ah? ¿Cómo aprendiste español? Pasé tres semanas en escuela. ¿Y es fácil aprender español? No muy difícil, pero no muy fácil. Necesito practicar más porque no entiendo mucho.
¿Cuánto mide? ¿Estatura? ¿Altura? ¿Cuál es alto? ¿Un metro? ¿80? Sí. Капец, они меня просто окружили такие. Sí. Ay. ¿Puedo tomar una foto con usted? Sí, bien, bien. Como de cuerpo ¿Cómo? Completo, porque pues yo soy... ¿Cómo no, eso? ¿No? Me pongo mis tacones. A ver, espere. Так, все, я покушал, даже Надю поманили. Мужичок сзади меня пригласил куда-то. Говорит, тут недалеко, типа погнали, в 6:30 заканчиваю работу, так что может, еще пойдем, увидимся. Это вот только вот вокруг одной площади проходили. Вилю, си. Я tengo tu número. Bajas de derecho, okay. Abajo hay un depo, si lo mirado, si lo mirado el depo, voltea a mano derecha. Yo voy a escribir usted. Ah, sí, sí, sí. O por la ubicación, sí, la Macarena, sí. Lo llevan, está cerquita, sí. 20 minutos. Ah, oh, qué bien, ya. Aquí, mucho Sergi, gusto. Sergi. Sí. Eso, cámara, para memoria. Como eso. Ok, mucho gusto, buen día. Muchas gracias. Gracias. Девочка еще номер телефона дала, потому что она стеснялась перед своей мамой. No, gracias. ¿Qué es eso? Son protectores para los... No, gracias. Господи, что они только не продают? Кстати, в Медельине количество бездомных просто зашкаливает. Я не знаю, я еще пока, по-моему, ни одного места не видел похожего с таким же огромным количеством бездомных на улице. Причем они спят зачастую прям в каких-то самых неподходящих для этого местах. Как бы, смотрите, вот это вот еще мужик лежит, получается, у стенки. А зачастую можно увидеть то, что у стенки есть место, а он лежит прямо вот здесь. Прям как будто он не дошел, просто упал и отдыхает. Медельин огромен. Просто гиперогромный город с огромными пространствами. Постоянно что-то происходит. Я даже не знаю, что именно из этого нужно показывать, что не нужно показывать. Поэтому, наверное, пожалуй, покажу все. Это другая уже станция метро. Они вблизи центра находятся очень близко друг к другу. И тут уже новое скопление людей. Вот, видите, да, еще один человек. Вот его, наверное, товарищ лежит. Запахи, конечно, это не то, чтобы хотелось вам сейчас передавать. Ну и надеюсь, что никто не кушает. Если кушали, то попались. А, вот это за дверь. Я думал, тут просто люди собрались, они танцуют. Как канал смотрит очень много мужиков, то давайте вот по ценам. Цены, собственно, вы видите на экране. $1 это 4000. Дизель, получается, стоит от 9,5 до 10,5 тысяч. Я не знаю, в чем разница. Тут, видимо, какой-то вот дизель про и дизель вот обычный дизель. $2,5, короче, в целом. И вот 19,5 тысяч, это, я так понял, вот обычный бензин. Я просто не знаю, это 95 или 92. Но факт остается фактом. Его стоимость вот $5 получается. Это, кстати, все за галлоны. Один галлон, это, если не ошибаюсь, 3,8 или 3,7 литра. Прогулялся 1.5 километра. Пейзажи вокруг меня изменились прям колоссально. Стало сильно чище. Вот заметьте, никаких ни торгашей, никого. Даже бездомных нету. Нету мусора, нету там... Ну, чуть нету ни соринки. Ну, тут вот прям совсем такая индустриальная часть получается. Индустриальный. Сзади меня, не знаю, видно, не видно. Чувак с такой прикольной прической, красной. Вон, посмотрите, даже девочки, торгующие чехлами. В принципе, очень даже симпатичны. Оля! Como estás bien? Bien. También bien. Тут что-то совсем ветер начал бушевать. Панаму снял. Тучи стягиваются, я прям очень надеюсь, что не начнется дождь. Пойду, пожалуй, ускорюсь. Давайте сейчас встретимся уже на районе, где я живу. Посмотрите, здесь вот продажа автомобилей. К сожалению, на этот Ford не видно. Ну, вот такая вот Toyota, я не знаю, наверное, Hilux какой-нибудь. Стоит 174 миллиона местных песо. У них Chevrolet 51
51 миллион. Вот такая вот BMW, 45 миллионов, 126 тысяч пробега 2009 года, BMW 325. Мимо проходил и решил вам заодно и цены на машины показать. Ну, собственно, ребят, я уже и на районе. Район называется Повладу, вон там вот написано, как это читается. И здесь вот такой вот скверик, ой, тут очень много. Оля! Очень много симпатичных девушек тут. Вообще, как, впрочем, и во всех сферах. Может, там какие-то снимают тиктоки. Вот еще что-то. Все машут. Блин, ну симпотные, симпотные. Вот, этим люблю. Медальон уже потихоньку. Нервные лавочки у нас. Какие-то кольца, серьги. Еще кольца. Еще кольца, много колец. Вот здесь кепки, кепки Медальон. Ну и магнитики Пабло Эскобар, права Пабло Эскобара, прочее, прочее. Кстати, вот такой вот я себе купил в коммуне 13. Сувениры, наверное, это самое неинтересное, что можно показать на этом районе. Давайте чуть-чуть поднимемся, потому что тут получается такой подъем в сторону гор, как, в принципе, и весь город. И здесь везде получается город вдоль вот идет метрополоса. И эта метрополоса, она лежит в долине в какой-то. И все районы, они, получается, поднимаются вверх. А вот так вот еще, пожалуй, чуть-чуть пройду, чтобы вы могли и спереди тоже заценить девушек. Я, честно, не знаю, видно их, не видно, но надеюсь, то, что вам видно. Вот, собственно, вот такой вот район. Считается то, что тут тусуются, отдыхают самые состоятельные люди. Самые вкусные, самые классные заведения. Самые лучшие сомелье здесь работают. И в эти рестораны со всего города съезжают, чтобы покушать. Вон. Смачных леди. Клубов здесь очень много. Планирую этим вечером также выйти на улицу, посмотреть, что происходит, да вам показать, что тут вообще происходит. Здесь тату. Видимо, девочки тату хотят сделать. Да. Кстати, они не местные. Они не местные, потому что они говорят не на испанском и не на португальском тоже. Как бы вот и португальский я уже чуть-чуть начал улавливать. Ну, испанский знаю, разговариваю. Вот язык, на котором они говорят, я прям понятия не имею. Он какой-то такой, не знаю, больше европейский. Люди здесь вообще харизматичные до жути. Вон там какая харизматичная прошла. Ну да, вон туда вот еще дальше клубы уходят, бары. Здесь вот граффити. Да. Думаю, то, что вечером мы сюда вернемся сегодня или завтра. Здесь вот можно так вот посидеть атмосферненько. Здесь вот всякие пальмы, растения тропические. Вот такая вот прекрасная девушка сидит. Как-то так. Оля. Оля. Ну, сами смотрите. И здесь, знаете, как никогда подходит фраза «Еще не вечер». Вечер в Колумбии – это просто это вот город наполняется народом. Иногда даже не знаешь, откуда они все повылазили. Густо. Да. Во, фига у нее какие очки. Эй, эй. Оля. Во, как она села. Во, во, во. Оля. Кеталь, бен? Бен? Во, может пообщаться. Кому ты яма? Луиса. Яма Серхио. Серхио. Это долгий адрес? Это ты? Это ты. Во. I like your photos. You like your photos too. Ребят, подошел познакомиться с девушкой, и, к сожалению, не получилось записать что-то как. Камера разрядилась, выключилась. Я это услышал, подумал, блин, что за бред. Включил ее еще раз, она там еще пару секунд пописала и вырубилась. Защита GoPro, скажу то, что прогулка была там часа 4, и я очень часто что-то записывал. В принципе, практически все на один аккумулятор получилось записать. Если вам понравился такой формат ролика, то напишите об этом обязательно в комментарии, поставьте лайк, подпишитесь на канал и закидывайте донат. Вот если не сложно, если можете, если есть желание, то не жмитесь. Все ссылки на реквизит есть в описании, там ссылочка, там можно все легко скопировать. И за границей вообще без проблем все варианты, которые вот только возможно, они присутствуют. Имена всех героев будут на экране в следующем видео. Давайте, всем пока.